Учредитель группы компании «Жилстрой Just Fit Life» Виктор Полукаров заявил, что не виноват в падении башенного крана на улице Жукова. Напомню, трагедия произошла осенью 2015 года. Кран, который принадлежал компании ИПК «Жилстрой», рухнул на проезжую часть со строительной площадки. 4 человека погибли. Как выяснилось, конструкцию установили с нарушениями. Полукаров на очередном суде рассказал, что не знал об этом. По его словам, руководитель компании не обязан быть в курсе всего, что происходит на производстве. Он не вникал в детали строительства, а всеми вопросами занимались его подчиненные, так как у Полукарова нет соответствующего образования. Также на момент трагедии на площадке сменился подрядчик из-за банкротства компании. Разбирательства в суде продолжаются. Бетон приобретался Ходенковым, 300 железобетон. Его разгружали работники ПМК 944, которые за октябрь 2015 года зарплату также получили в ПМК 944. А ведь именно из-за разгрузки бетона упал башенный кран.